Присутствующих приветствовала глава администрации Матвеева-Курганского района Дина Алборова. Мы гордимся своими ребятами, которые сегодня участвуют в спецоперации и защищают наши границы, наше мирное небо, жизнь наших маленьких ребят. Мы гордимся тружниками, мы гордимся нашими детьми, которые прославляют малую Родину. Мы едины с президентом, с губернатором, с депутатами Государственной Думы и Законодательного Собрания. Мы единый народ. Только на нашей Меусской земле проживает более 80 национальностей. Наша сила в правде. Наша сила в победе. Наша сила в единстве. С праздником вас! С поздравлениями и добрыми пожеланиями к зрителям также обратился почетный гость мероприятия, депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Бурлаков. Благодарим судьбе, то, что так получилось, и у меня есть такая возможность быть полезным для Матвеева-Курганского района до 151-го, как я говорю, краснознаменного Таганрогского одномандатного округа и для Великой России. И всех нас с праздником единства. Я всегда рядышком. Если кто будет обижать, не дай бог, говорите мне. Мы быстро все исправим. С праздником вас, дорогие мои любимые. В рамках мероприятия состоялось чествование казаков Матвеева-Курганского юрта и призеров конкурса среди территориальных общественных самоуправлений. Сергею Голубову вручен знак губернатора за безупречную службу. Гордиенко Юрию Владимировичу. Полянскому Виталию Александровичу. Матвеева-курганцы аплодисментами и овациями встречали всех участников концертной программы. Красочные запоминающиеся номера, яркие нарядные костюмы подарили незабываемые впечатления и эмоции зрителям. С особенной силой в этот день каждый ощутил себя частью великого единого народа. Мы сильны, потому что едины.